Нам на дисплее прям видно одна, вторая. Так, здесь запись есть. Эта камера, она вообще ничего не дает. То есть она видит только вот, ну да, на угол поля, да. Ну. Тут видишь, у тебя твой штатив не влазит в центр поля и угол поля. Вот, я имею в виду вот угол, где угол стоит. Согласен, да, он не влазит. И не влазит вот это. Не влазит. То есть тебе надо штатив ставить за отодвигать. Понимаешь, в чем беда там. Ладно, зачем? Сними, как снимем, то есть уже в любом случае. Когда четыре полчаса нам надо снять. Пойдем. И все. Ладно? Можно посидеть где-то? Это... Нет, это тебе скажу. Я хочу на горцине сидеть. Не, оставь себе. Я хочу тебе пойти сесть, потому что я все не умею. Давай. Gracias.
процесі неможливо зробити. Чуть-чуть подальше, да, вона заліпила, то вона близько заміна, і угол там 90 градусів, не влазить. Я подумав, що хватить, а зараз видиш, що попробую, не хватить. Не понял, этот раз, ну нет никуда то, да, еще дальше, пускай бы страйки не делают. Нет, это понятно, что если что-то там делать, просто у тебя на тот момент, когда, как сказать, ничего нету в кадре, да, как бы, ну, по идее надо, как сказать, отключать, ну, в смысле, ну, не реагировать. Потому что ничего нет, все, ну, как бы, ситуация не всплывает. И все, как бы, после этого момента... А так же, как тебе нос игрока вблизи показывает, что такой бы матч, что ты можешь продолжать. Гоните губы, гоните. Ну, надо снять просто разные варианты, чтобы ребята быстрее, ну, чтобы снять их. Если они хотят подсчеты делать, пускай берут и заворот, футбол мой. Ну, если на футбол, на баскетбол, ну, что ты. Вот эти размешки по волосам. Ара, ара! Кстати, этот самый Роман подошел туда залезть. Отсюда грязно видно. Я говорю, если туда сыграть, там ты что? Метров 10, наверное, да? Сказать, что ваша тактика.
дорогу. Thank you.
Thank you.